После свержения царя и снятия с должности назначенных им генерал-губернаторов и губернаторов, которые были чиновниками МВД, Временное правительство назначило на их места своих представителей – комиссаров. Однако они не пользовались тем авторитетом, какой имели прежде губернаторы. Решения комиссаров постоянно оспаривались местными выборными властями, а советы рабочих и крестьянских депутатов просто игнорировали их указания. Так, ослабление власти МВД привело к ослаблению власти правительства на местах. И постепенно управление оказалось в руках местных советов рабочих и крестьянских депутатов.